Турнир по хоккею в валенках, ставший уже традиционным, состоялся в минувшее воскресенье на спортивно-ледовой площадке в поселке Вулканный. В этом году за звание победителя боролись 15 команд из Петропавловска, Елизова и других поселков Камчатского края. Традиция зародилась 8 лет назад в Вулканном. Мы стали играть гражданские с военными, потом это переросло в турнир Елизовского района. И вот уже третий год мы проводим официально открытый турнир. География расширяется, вошли команды Петропавловска-Камчатского. В этом году у нас было участников 15 команд. И вот уже второй год, как мы вошли в событийный календарь туристический Камчатского края. Поэтому есть надежда, что этот турнир будет приумножаться, получать более хорошую репутацию и становится более обширным. Объединенная команда администрации городской думы Петропавловска «Городок» принимает участие в турнире уже второй год подряд. По словам мэра, за прошедший год чиновники смогли значительно улучшить свои спортивные показатели. Дебют был не очень удачным, мы проиграли свою самую первую игру, но за год подготовились и в турнире уже 2017 года заняли первое место. Это большое количество позитива, хорошего настроения, и игра более чем демократичная, не требует никаких дополнительных навыков и знаний. Я думаю, что участие в таких турнирах будет осуществляться нами на регулярной основе. Добавим, команда «Городок» победила со счетом 2-1 команду ПСВ. На третьем месте команда воздушно-космических сил «Космос» из Вулканного.